За перерасчетом в пенсионный фонд идти не нужно. Сотрудники ведомства отмечают наплыв посетителей после того, как в соцсетях появился ролик с недостоверной информацией о прибавке. Его авторы утверждают, каждый, у кого родился ребенок в период существования Советского Союза, имеет право на получение компенсации. В ролике речь идет о разных суммах, от 3 до 10 тысяч рублей. Однако в пенсионном фонде уверяют, ничего подобного российские законы не предусматривают. Создатели клипа просто вводят людей в заблуждение. По старому законодательству декретный отпуск засчитывался в общий трудовой стаж. В России сейчас бальная система. И не всегда выгодно указывать время декрета как нестраховой период, например, если у женщины была маленькая зарплата.